Так, продолжаем. В общем, из-за Наташи, из-за того вопроса, который у нас возник вчера, я пошла разбираться с бездной. Вот что пишут нам в линке. Люкова невеста. Вот понимаете, да, просто к персонажу это пригвоздили. Люкова невеста. Вот это вот Наташа. На этой стороне. У Нексуса желтое ядро, как у нашей гости было однажды. Дело в том, что это очень сложно отследить. У нее буквально одна карта желтая. Все остальные вот такие. Потому что там идет через наследование мира. Вот, кстати, герб можно посмотреть у нее на груди. Ну, другой, конечно, не такой, как Весперия. То есть, петля повторяется здесь. Хоть он шмот этот в глаза не видал, если не врет. Сейчас у нас наш спор разрешится с Алекс Пи одним простым фактом. Если окажется, что Коготь, честно, реально, правда, левша, то я выиграю. Много персонажей, которые те же самые, с полным совпадением по ядру. Ну, вообще, конечно, нет. Они специально их маркировали, чтобы не запутаться по мирам. Потому что другая планета – это другая планета, другая культура, другое летоисчисление, другое все. Лучи они надергали именно вот прямо четко с других планет. Причем технология отличается от обычной репликации. Репликацию местные потом уже подняли на основе технологии бездны, чтобы обойти правило трех. Теперь возникает вопрос. Что же все-таки они скормили Рене? Потому что Астерия факт сдачи планеты Рене, похоже, игнорит. Она пригласила Арайзеса в Сданы. Уже была здесь вся тусовка из Кристории. И опять же, как тогда быть с такими, как Синг? Потому что это реплика Иона. Вот по ним недостаточно информации. Видимо, потому что все-таки здесь ни о каком нормальном реальном наследовании не происходит. Здесь скорее на забывчивости, что ли, это все идет. Не знаю, в общем, эта система с деревом, она тоже очень стрёмная. Когда начинаешь реально искать логику в текущем положении мира, дыр еще больше, чем было у Антелестия. Но всех сейчас, небось, все устроит. Странно.
Поэтому и этот ивент был такой же точно странный. Это не могло происходить на Терколемерес. Это происходило уже после мёрджа. Нет, мне нужна помощь. Или мы сейчас просто дождёмся. Потому что у других такого нет. Если персонаж другой, у него ядро другое. По цвету отличается. Сейчас они заменили поток данных. То есть, грубо говоря, на желтую Наташу пошел поток зеленый. Я понимаю, что Ария пытается сделать, но это же чудовищно вообще. И тут еще вопрос возникал интересный. Если бы, допустим, проблемы, что Эстель принцессы бы тут не стояла. Если бы тут просто была ситуация, что понравилась парню девчонка, и все. Но там дело даже не в том, что она принцесса, там на Терке через контракт все. Вообще. И все это черти как унаследовано сюда. Поэтому такая неразбериха. Весперия Грейсис. Бездна Хартс. Хартс наиболее пострадавшая от этих лунян. Нексусы все на ядрах, это как бы нормально. Это не делает оригинал не человеком в рамках франшизы. А Нексусы, они, конечно, не люди все. Это понятно, да? Что это просто отражение идет. Технология другая, потому что реплики, например, они взрослеют, то есть реплики это все-таки биологические. Считайте, что клоны. Там вот этой заморозки, как у Нексусов, нету. Но они копируются без памяти, то есть с чистого листа новое существо. У Нексусов наоборот, вся память на месте, но поведение, чем дальше, тем больше вызывает вопросы. То есть они сейчас пытаются развернуть полемику на тему «Человек — это память?» или все-таки не только? Петля — это вообще отдельный разговор. То есть я еще раз говорю, у Наташи прямо вот прибит к ней, что она невеста Люка. В описании персонажа. Невеста Люка. А то, что Люка ну, вы знаете, что там было в бездне. Так что да, если коготь всю жизнь леворукий и ничего кроме
Я выиграю. Тогда реально тот, кто нам нужен, реальная инкарнация, это значит этот в петле. А это результат всех махинаций. По нейтрализации того, кто нам нужен, но фиг вы его нейтрализуете, потому что он здесь. Итак, мы вышли на этого лесоруба в Кресторе. С Арайзом пока непонятно. То есть, понятно, что Дана очень важная планета в сюжете, но что именно они сдали, какую часть своей вселенной они сдали, я пока понять не могу. То есть, Арайз — это однозначный рассказ о том, как у нас появился Дерис Харлан, но, по-моему, там планет было еще больше, где они жили до этого. То есть, Дерис Харлан, да, это похоже, что Дана плюс Рена, но что такое Дана, пока вопрос открытый. Потому что Урия пофигу, она всех вызывает со всего пространства спокойно, как и Ае. Мне тоже самой так и видится вся эта тема, как Алекспи говорит, что Весперия, то есть Теркалюмерис, это, да, с одной стороны Харлан, с другой стороны Арайз, предыстория к этому, да, но они потом что-то вывернули через петлю. Там был рестарт на дереве со времен Деволоки другой. Короче говоря, они пересоздали корень. Вот что получилось. Они сейчас от двух разных корней объединили все в один мир. По Кресторе еще нужны уточнения мне. Давайте пока на этом остановимся, а то у меня уже, правда, сегодня опять не было никакого анонса. А разбираться и разбираться здесь еще. Во франшизе, где они следят за каждым шнурком, такие скачки по ядрам недопустимое, если бы это был один персонаж. То есть они сейчас сшили вместе от двух корней. Они пытаются откатить весь ужас, который пошел по Харлану. Ну, посмотрим, что у них из этого получится.